Афорт – разновидность гравюры на металле, оттиск которой переносится на бумагу. В коллекции Донецкого художественного музея было 16 таких работ Шишкина. Еще почти два десятка подарил дончанин. Датированы афорты концом 19 века. Во время того, как шла выставка, один из жителей Донецка принес дар музею 19 афортов из последнего итогового альбома. Выставки иногда имеют вот столь приятный резонанс. Люди начинают понимать, вдруг осознавать, что вот у меня дома хранится, может быть, и десятки лет. Иван Шишкин сделал около сотни афортов. Как и в картинах этого художника, здесь преобладает пейзажная тематика. Это сосны, это ели. Как правило, это полдень, как правило, это разгар лета. Ну, есть зимние пейзажи, но они редки. Все это должно было соответствовать русскому духу. Лилия Подворная занималась и проверкой подлинности афортов, исследовала тип бумаги и методику создания. Уверяет, произведения уникальны. Это подтверждают и исследования других экспертов. Я занимаюсь изучением каждого листа, в процессе чего будет уже дана и определена действительная стоимость, значимость каждой работы. Техника очень хрупкая, и мы не имеем права, даже вот не морального, никакого права подвергать воздействию солнечных лучей произведения такого уровня. Сейчас афорты находятся в архиве музея. Их исследуют реставраторы. В будущем эти работы планируют демонстрировать посетителям. Однако желающим посмотреть на них придется подождать. Хранятся такие афорты в особых условиях. Должно быть полное отсутствие света, а также определенный уровень температуры и влаги. По этим причинам выставлять работы на показ можно не чаще, чем раз в 5 лет. Сергей Оганесян, Виктория Конюка, «Панорама».